Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении платформы для торговли бинарными опционами. И если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Бинарные опционы – это простой вид интернет-торговли, который позволяет сравнительно быстро заработать на изменениях курса ценных бумаг и валют. Поэтому число трейдеров, использующих данный финансовый инструмент для извлечения прибыли, постоянно растет. Это способствует и увеличению числа брокерских компаний, которые предлагают лучшие торговые платформы для бинарных опционов. А так как конкуренция в данной сфере на сегодняшний день очень высока, все, что необходимо трейдеру, это просто зарегистрироваться на сайте брокера, пополнить счет и можно уже приступать к торговле. Если говорить о выборе торговой платформы, то профессионалы рынка советуют торговать бинарными опционами на такой площадке, которая предлагает оптимальные условия для открытия сделок и выгодные комиссии на ввод и вывод средств. Также, если выбор падает на довольно молодую компанию, стоит обязательно изучить все условия торговли, которые она предлагает. Так как чем новее брокер, тем больше вероятность, что он может не выдержать большой конкуренции и закрыться в ближайшее время. И пополнять торговые счета на большие суммы у новых брокеров лучше не стоит. Также при выборе торговой платформы можно обращать внимание и на отзывы других пользователей, которые уже успели воспользоваться услугами брокера. Из таких отзывов можно узнать о реальной работе брокера, торговых условиях и всех минусах, которые есть в данной компании. Если говорить о самом простом и быстром способе выбора брокера, то использовать можно рейтинги брокеров бинарных опционов. Найти такой рейтинг можно на нашем сайте в разделе «Рейтинг брокеров 2020 года». Благодаря таким рейтингам можно узнать про минимальные депозиты у брокера, минимальные суммы инвестиций, бонусы, которые предоставляет брокер, количество торговых активов на платформе брокера, средний коэффициент сделок в процентах, наличие лицензии, наличие демо-счета, есть ли у брокера обучение, а также оценку технической поддержки и почитать отзывы. Изучив подобный рейтинг брокеров, новички могут растеряться и не понять, на что стоит обращать внимание при выборе брокера. И первое, на что стоит обратить внимание, это на наличие лицензии. Хоть наличие лицензии и не гарантирует того, что брокер никогда не закроется или не обанкротится, но все же есть и некоторые плюсы, которые она предоставляет. Чаще всего брокеры бинарных опционов имеют лицензию Црофер, хотя бывают и такие брокеры, которые получают кипрскую лицензию. Существуют, конечно же, и другие лицензии, но они довольно редко встречаются у брокеров бинарных опционов. Основное преимущество для трейдеров, которое дает лицензия брокера, это урегулирование конфликтных ситуаций. И, к примеру, если брокер отказывается или не может выплатить средства трейдеру, то это сделает регулятор. Выплачиваются такие средства из специального страхового фонда, счет на который открывается в момент получения брокером лицензии. Но обратите внимание на то, что сумма, которую может выплатить регулятор пострадавшему трейдеру, ограничена лимитом в $5000. И также для того, чтобы получить средства именно от регулятора, необходимо будет предоставить множество доказательств того, что брокер действительно не выплатил средства. Еще одним критерием отбора брокера является объем и тип рекламы. Если брокер бинарных опционов рекламирует себя очень активно, размещая везде баннеры и рассылая множество писем на электронную почту, то с высокой вероятностью такой брокер может быть мошенником. Так как благодаря такой активной рекламе брокер стремится за минимальный срок привлечь как можно больше средств. Также немаловажным при выборе платформы является онлайн-поддержка. И если трейдер может задать свой вопрос и быстро получить на него ответ, то это является очень важным и удобным. Так как на начальном этапе может быть очень много вопросов и непонятных ситуаций, которые как раз таки можно легко решить через онлайн-поддержку. Для тех трейдеров, которые не могут находиться все время дома, также важным будет обращать внимание на наличие торговых платформ как для ПК, так и для мобильных устройств. Крупные брокеры всегда предоставляют мобильные приложения для торговли, которые позволяют торговать в любое время и в любом месте, где есть интернет.
Еще можно обращать внимание на предоставление брокерам торговли в выходные дни. Торговля в выходные возможна благодаря ATC котировкам, но обратите внимание, что такие котировки не являются реальными и предоставляются не биржей, а самим брокерам. Так как в выходные дни все мировые биржи и финансовые учреждения не работают. После того, как торговые условия брокеров были изучены и выбор был сделан, стоит обязательно открыть демо-счет, чтобы понять, как работает платформа брокера, так как все платформы имеют между собой различия. К примеру, у брокера Pocket Option имеется своя собственная торговая платформа, на которой торговая панель находится внизу, а справа и слева можно видеть боковое меню с различным функционалом. Сама торговая панель имеет также различные опции, которые могут использоваться в торговле. Своя собственная платформа есть и у брокера бинарных опционов Binarium. Но как можно видеть, она полностью отличается от торговой платформы Pocket Option, и торговая панель на ней находится справа, а слева можно видеть боковое меню. Брокер AlimTrade также использует свою торговую платформу. И хоть она и похожа на платформу брокера Binarium, торговая панель все же немного отличается, а левое боковое меню имеет совсем другой функционал. По итогу хочется сказать, что к выбору торговой платформы стоит относиться очень серьезно и проверять каждого брокера и платформу по всем возможным параметрам. Также работу брокера стоит обязательно предварительно тестировать на демо-счету, чтобы не только понять, как совершаются сделки, а и то, как работает сама платформа. Также, чтобы уменьшить риски, можно открыть торговые счета у двух разных брокеров. И так как многие брокеры позволяют начать инвестирование всего с $5, то не обязательно, чтобы счета были большими. Поэтому инвестируйте только такие суммы, которые не страшно будет потерять. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!